первых три лиг, чемпион мира. Ну, буря эмоций. Я к этому долго шел, готовился с командой, было затрачено очень много усилий, и просто я не мог проиграть в родных стенах, и я это понимал. Когда выходил на ринг, вот что чувствовал? Как именно, только выиграть или что? Или волнение? Был мандраж, но я в плане вот именно нервов гореть, там, как говорится, да, не горел. Я был уверен в своих силах, потому что я сделал все для этого. Волновался, наверное. Просто волновался в предвкушении боя. И, ну, у всех так боев. Даже не знаю, как сказать. Саша, была какая-то тактика на этот бой? Как? Тактика какая-то была? Вот какая-то домашняя? Была тактика сломать. Все. Угу. Вот она тактика. Подобраться, присмотреться, пристреляться. С первого раунда почувствовал, что могу, и просто начал забивать. Все, вот она моя тактика была. И последний вопрос, что для тебя, вот, может быть, даже для всего твоего кикбоксинга, значит, это победа сегодняшняя, вообще вот этот турнир, который прошел? Ну, это очень значимое событие, такого никогда не было, это первое в истории, и я рад, что мы творим эту историю, и дальше только больше, это не конец, это только начало. А куда же дальше, чемпион мира уже? Ну, есть же еще разные версии, есть много бойцов, которые в разы сильнее, да, и с которыми хочется подраться. Есть куда расти.